В следующем году ожидается массовая замена водительских удостоверений. Где в Серпухове и каким образом можно заменить документ, расскажем в нашем сюжете. Здравствуйте. Паспорт, старое удостоверение и медицинская справка. Заявление о замене Сергей заполнил на госуслугах. Через портал выбрал удобное время посещения ГИБДД. Оплатил госпошлину со скидкой 30% вместо 2000 рублей 1400. Причем приносить квитанцию ему уже не нужно. Факт оплаты фиксируется в электронной базе. Сдать документы в одном кабинете, фото сделать и получить свеженькое заламинированное водительское удостоверение в другом. На все у Сергея ушло 10 минут. Поскольку времени не располагает, поэтому госуслуги как бы удобнее, на расстоянии можно подать заявку в электронном виде. Но в течение 10 минут я получил удостоверение, и я очень доволен качеством обслуживания учреждения ГИБДД. В следующем году ожидается массовая замена удостоверений в связи с тем, что до 1999 года права выдавались бессрочные. В 99-м их всем массово поменяли. С тех пор водительское удостоверение имеет срок 10 лет. Просроченное даже на один день с неверными или неактуальными данными считается недействительным. Срок действия медицинской справки составляет год с момента ее выдачи. А выдаются они в государственных поликлиниках и в частных центрах. В Серпуховском регионе таковых 11 медучреждений. Какое именно обратиться – личный выбор каждого. Обращаться за новыми правами можно в любое отделение ГИБДД в порядке живой очереди. Можно через портал госуслуги или через многофункциональный центр. Полицейские советуют не дожидаться последнего дня срока действия прав, а уже сейчас их заменить без очередей и суеты. Водительское удостоверение гражданин России может обменять в любом подразделении на территории Российской Федерации. Где ему удобно, туда и обращается. В некоторых случаях водителю могут отказать в замене права. Основание – отсутствие медицинского заключения, в котором должны быть указаны противопоказания для управления транспортным средством. Сведения о том, что владелец прав лишен права управления на определенный срок или постоянно. Предоставленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Недостоверная информация о владельце в заявлении. Предоставление документов, имеющих повреждения, просроченный срок действия, имеющих признаки подделки или числящиеся в списке утраченных.